Добрый день, с вами канал «Наша любимая дача». И сегодня я хочу поговорить о сладком перце. И хочу поделиться своим опытом, которым я пользуюсь уже много лет. А более подробно уже 4 года. Я покупаю на рынке любой понравившийся мне перец. Разрезаю, достаю семена и высеваю сразу непосредственно на рассаду. Мне очень нравится этот метод. Я хочу поделиться им с вами. И наш разговор сегодня пойдет от посадки до самых плодов. Итак, начнем. Для посева я взяла емкость из-под литрового сока. Вот отрезала верх. Крышечку я оставила, потому что я ей буду накрывать семена. И проделала в ней много дырочек маленьких. Сделала дренажное отверстие. Я выкладу дренаж, потом засыплю земляной смесью и буду сеять наши семена. Вот я просеяла нашу земляную смесь. Сейчас насыплю ее в емкость. Сейчас я ее полью и буду выкладывать семена. Я выбрала самый спелый из трех. Здесь я разрезала. Сейчас отберу самые полноценные семена и буду сеять. А вот посмотрите ближе, какие семена. Отобрала. Они такие красивенькие. Вот наши семена уложены. Сейчас я засыплю землей. Накрою вот этой вот коробочкой. Положу в кулечек и поставлю в теплое место. И будем ждать, что получится. Я вам буду показывать, как они прорастают, какая рассада, как я потом посажу уже непосредственно в грунт и что из этого получится. Коробка накрыта, она в целлофановом пакете. Поставлю ее сейчас в теплое местечко и предлагаю всем следить за этим экспериментом. Когда прорастут семена, я покажу. Через то количество дней, когда прорастут, я покажу всем. Кто смотрел мое видео, ждем продолжения. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, пока-пока!